Чтобы Дед Мороз пришел, детишки должны его позвать. Поэтому свое путешествие в сказку ребята начали с конкурсов и загадок. Вы меня себе возьмете? Да. А елку наряжать научите? Да. Члены Ассоциации сестринского персонала Брянщины предстали перед детьми в образах героев известных сказок и детских фильмов. Загадывали ребятам загадки, просили помочь с украшением елки. За каждое успешное задание дети получали лучик путеводной звезды для Деда Мороза. По зову сердца захотелось сделать детям праздник, поучаствовать, порадовать их. Они сейчас находятся здесь в больнице, немножко не здоровятся. И чтобы немножко они тоже поверили в чудо. Когда все загадки разгаданы, наступил главный момент. С помощью специального зарифмованного заклинания дети позвали Деда Мороза и Снегурочку. Здравствуйте! С Новым годом, детки! Борода у Деда Мороза не из ваты, а настоящая. Стишки и хорошее настроение тоже. Вот уже 20 лет Владимир Соловов приходит в образе на утренники в клинико-диагностический центр. А 4 года вместе с Общероссийским народным фронтом посещает и детские больницы. Когда детки радуются, тогда они лучше выздоравливают, все, они попадают домой. И поэтому вот это ощущение, то, что больные детки радуются, выздоравливают, это для нас, Деда Морозов, когда мы еще с медицинским образованием, наиболее приятно и радостно. После раздачи подарков в фойе Дед Мороз вместе со Снегурочкой и сказочными персонажами отправились по палатам и поздравили тех, кто не смог выйти на основную часть праздника. Игорь Умаров, Владислав Пискунов, события Брянск.